От маяка Минска до тюрьмы. Такова судьба Евгения Жуковского, директора предприятия, который участвовал в строительстве ВОГ, в строительстве Минск-маяка Минска, в строительстве Минск-мира. Самые понтовые проекты, которые реализовывала в Беларуси известная сербская компания «Братья Каричи». Человек имел все, человек имел доступ. И вот кто-то капнул, кто-то сказал, что этот на самом деле змахар, человек, который посмел выходить и протестовать против участия, против профанации 20-го года, человек, который имеет свою гражданскую позицию. Так ли это, мы не знаем. Но когда директор компании, которая участвует в стройках достаточно серьезных, профессионал, имеет профессиональные навыки, компетенции, и вот так его 3 года спустя садят в тюрьму и обвиняют во всех смертных грехах, это очень хороший урок, друзья, для всех руководителей компаний, бизнеса, где бы вы ни работали.